Петр решает продать свою долю и предлагает Косте переехать с ним в Лос-Анджелес, чтобы вернуть отель Петру. Даша притворяется дочерью олигарха. В это время Вадим и Михаил Джекович играют в баскетбол на спор. Даша и Юля узнают правду о Петре, а он в свою очередь проверяет Дашу. Дядя Боря и Сеня устраивают рыбалку на крыше отеля, а Михаилу Джековичу придется пойти на прием к Вадиму. В отеле готовится армяно-грузинская свадьба, где выступит Егор Крид. Михаил Джекович просит Софию рассказать Вадиму о прошлой ночи, а Даша пытается спрятать Егора. На этом, собственно, все. Спасибо, что были с нами. Всем до встречи. Пока.